27 сентября в Краснодаре прошел учредительный съезд Союза казачьей молодежи Кубани. На нем был подписан протокол о создании регионального общественного движения. По мнению главы региона Вениамина Кондратьева, он поспособствует подготовке высококвалифицированных специалистов для государственной службы и развитию казачьего, детского и молодежного движения. Основная задача, которую выполняет Союз казачьей молодежи Кубани, является организация в каждом муниципальном образовании Краснодарского края отделения Союза казачьей молодежи Кубань. Непосредственно сегодня мы находимся в городе Сочи. Здесь избран и утвержден руководитель муниципального отделения, это Бобкин Данил Петрович. Главной задачей Союза – патриотическое воспитание молодежи, приверженность идеям возрождения казачества, развитие интереса к воинским традициям кубанского казачества, духовности и готовности к служению Отечеству. Сейчас в Союз казачьей молодежи входят представители 7 казачьих кадетских корпусов и порядка 3500 учащихся казачьих классов. В городе Сочи 2146 учащихся в группах и классах казачьей направленности. Из них 689 обучаются в казачьей школе. Самое ценное, что в крае всего 25 казачьих школ, одна из них – это наша, 10-я школа. В Сочи казачье войско не только несет службу по охране общественного порядка, но и является главным помощником воспитания подрастающего поколения. Кстати, в этом направлении курорт – лидер среди других муниципалитетов края. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.